Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Мария Кожевникова. Спорткомплекс Новоровского сдадут к середине осени. Само здание на данный момент уже построено. Теперь надо завершить чистовую отделку, установить двери, обустроить полы, стены, систему освещения, закончить все технические работы, сообщают в горадминистрации. Напомню, строительство объекта началось в мае 2016-го, а в мае этого года во время сильного ветра у здания, которое кировчане уже прозвали «домик Ниф-Нифа», рухнули стены. Во время проверок были найдены недочеты в проектной документации. В итоге подрядчик изменил конструкции крепления стен к каркасу. Также оказалось, что строится здание на теплотрассе. Подрядчик сам вызвался вывести ее из-под объекта. На этой неделе, по обещаниям строителей, сеть будет готова для пуска тепла. Торжественное открытие спорткомплекса намечено на декабрь. На первом этаже его будет зал со 150 тренажерами. На втором этаже залы для бокса и фитнеса. Профессиональный спортинвентарь для оборудования помещений уже куплен. В спорткомплексе смогут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья. Дайджест недвижимости. На кировского застройщика возбудили уголовное дело. В злоупотреблении полномочиями обвиняют одного из руководителей ЖК «Виктория». Компания возводит 11-этажный жилой дом на улице Гороховской, 81, сообщают в облпрокуратуре. В ведомстве установили, что один из сотрудников компании потратил порядка 182 миллионов рублей предприятия не на строительство дома, а на иные цели, из-за чего сдача объекта оказалась под угрозой. Срок окончания строительства был намечен на конец 2016 года, но дольщики до сих пор не получили свои квартиры. Строительство дома остановлено. В данный момент материалы прокурорской проверки переданы в следственные органы. По ним возбуждено уголовное дело. Дайджест недвижимости. В Чистые пруды проложат газопровод. Проект его уже готов и находится в городском управлении благоустройства и транспорта. Всех заинтересованных кировчан приглашают на публичное обсуждение проекта. Жители города смогут высказать свои пожелания. В случае необходимости документы будут направлены на доработку. Слушания пройдут 28 сентября в 16 часов в здании администрации города. Межпоселковый газопровод до микрорайона «Чистые пруды» планируют проложить до 2020 года. Его построят в рамках программы по развитию газоснабжения и газификации Кировской области. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Дайджест недвижимости.